Здравствуйте, друзья. Светлану нашу. Светочка, что? Скажи, что я правильно говорю. Светлану нашу хлебом не корми, а дай посмотреть вот такой домик, который называется Айклер. Да? Да. Вот это... Да. Мы рассказывали много раз они, историю правило, эту. Если они да. прошли какую-то ремонтинг, они могут быть интересно, как это сделано внутри. Да. Ну, эти домики когда-то они были очень популярными, модными, дешевыми и так далее. Там есть архитектурные некоторые идеи. И вот мы на них любим посмотреть. Соответственно, вот и вам, вас приглашаем в путешествие вместе с нами по этому домику. Мы находимся в городе Сунивейли. И сейчас узнаем подробности. Мы так просто мимо ехали, без подготовки. Так, заходим. Что? Ой. Я сказала ой. Так, значит. Заходишь в дом, стоит джакузи. Да, вот так заходишь, стоит джакузи. Тут такой как бы дворик, да? Но дворик крытый. Там стекло, что ли, да. или просто дырка сверху? Стекло. Ты уверена, что стекло? У меня ощущение, что как дыра просто. Ну вот, вот так. Короче, вот так. И растительность тут есть. Это гараж. Гараж. На две машины, хороший, просторный гараж. То, что вы видите на полу, ребята, это специальное покрытие. Это не просто вам какой-нибудь бетон, а этот бетон покрыт таким шершавчиком. Ну, давайте я поближе вот поднесу, чтобы вы посмотрели. Это такой специальный шершавчик. Денег стоит, чтобы нанести. Полочки. У них тут целая система полок. Молодцы, молодцы. Хорошо, так... Удобно сделано. Полочки эти двигаются вверх-вниз. Видите, вот, вот это их крепеж, значит, там отверстия. Ну, дырочки такие. Вот. Верстак даже какой-то. Хорошо. Мы теперь заходим в дом. Вот написано welcome. Welcome. Вау. Ну что же, пол, пол практически новый. Стенки, конечно, старые, что тут сказать. Камины там, дровишки лежат, они их прикрыли почему-то. Почему они их прикрыли, я не знаю. Так, смотрим на потолок. Видите, какой потолок? Балками. Так. А, это стейджинг у них, да? Это стейджинг. Вряд ли это мебель людей, которые здесь жили. Это нет, это, наверное, не живет. Да. Да, мебель, но, мебель действительно может быть дорогая для стейджинга, да, согласен. Современно, но вот этот потолок делает вид сарая. Потолок добавляет специфического такого, да. Okay. А может у них просто для стейджинга красивые диваны? Is it staged? Yeah, on my staging. Oh, okay, yeah. Okay. You like my staging? Well, absolutely, it's beautiful. Yeah. It looks like Russian style. I'm not sure it's a compliment. No, why? Why not? Because it's contemporary. Okay, okay. Да, дело в том, что у женщины, которая продает, у нее такая фамилия из наших. То есть какой-то вот есть... Small. So this one more bigger. Прошлое какое-то вот, so из наших мест. Okay, this look is not Icon. Or not Icon. Она уже не говорит, so this look is how you just say in the English. Да. So у меня такая классическая фамилия, такая Бялик. Вот мы недавно показывали Марину Бялик из Бостона, которая хосписами занимается, вот однофамилица. Да, значит, все-таки это стейджинг. Просто у нее хорошая мебель, дорогая. Это что, это весь дом? Цветы нашей флайер в руке. Но тут нет цены. Как нет цены? 4 спальни, 2 слона туалета, 1771 скверфут, 6800 хороший лот. Хороший лот. Но нет цены. Слушай, 4 бедрума и 2 слона баструма, это очень хорошо. Да, но она сейчас цвет. Так. А цену не пишут, говорят, ну кто лучше предложит, значит, тому и отдадим. Так, хороший бэк-ярд. Это коммерческие парки стоят. Да, тут серьезная, серьезная детская площадка, ребята. Так, здесь чистенько, аккуратненько, слушай. Тут, в общем-то, что называется, taking care of, да? То есть да, она... да. Да.
тут, да, люди с детками жили. Вот. А там какой-то огородик у них, даже я не знаю, что они там выращивают. Вот видите, какой. Сейчас узнаем, почем вещь. Это очень интересно. Почем назовите вашу цену. Значит, спросили мы цену. Значит, 1 599 000 они просят. Они могут при этом рассчитывать на существенно большую сумму, я вам могу сказать, но вот просят они, начинают они с 1 590 000. Я думаю, что цена заниженная, Свет, как считаешь? Ну, во всяком случае, мы видели за такую цену гораздо меньше. Мы за эту цену видели гораздо хуже недвижимость, поэтому у меня личное ощущение, что это заниженная цена, но гораздо лучше должна уйти. Тут и школы хорошие, тут все очень неплохо. И дом не такой плохой, в общем-то. Так, значит, 4 бедрума, 2,5 бафрума. 4 спаленки, 2 туалетика. Так. А тут видите, как они сделали полочки без дверок, а вот так, со шторками. Вот так. Вот видите, такая система. Вот. Раз, два. Я хочу сказать, что это дом имени IKEA. Я уже тоже такие дома теперь строю, потому что они имеют такой современный. А это тоже IKEA-вская вот эта система, да? Это очень мило, слушай. Очень я мило. Не знаю насчет функциональности, но. Ничего, вешалку туда, вешалку сюда. Имени IKEA. И шкафы вот эти тоже. И кровать IKEA. Came here and told me what they did to their home. So one family they pushed this wall, this much. The garage. To the garage. Because I can show you the garage. Garage is huge. Yeah. They showed me how. They went and showed me. Then another family, there's 3 bathrooms. They made the 3 bathroom they made it into 2 bathrooms. Large master bedroom and hall bathroom. And also another family. Это ещё туалет. Причём интересный такой туалет. Давайте я там развернусь. А, тут вот у них душик. Вот. Тут улица, тут дверь на улицу, вот на улицу в тот самый дворик, в который мы. А нет, сори, извиняюсь, дворик чуть левее остался, я промахнулся. Вот дворик, вот он с этой джакузькой, а здесь у них гараж, я понял. Это дверь из туалета в гараж. Такое ощущение, что они что-то достраивали тут, как иначе оно странно как-то было бы. Окей. Так. Тут совершенно пустая комната с мольбертиком таким. Ну или не с мольбертиком, а с держалкой для картинки. Хорошая картинка, мне нравится, она со вкусом обставляет. Так, тоже вот IKEA. И обратите внимание, без двери они убрали двери. Видите, проем там есть и место для дверей есть. Они убрали двери. И вот хочешь так живи, хочешь шторку повесь, хочешь, может быть, себе сделай там традиционным, но во всяком случае сейчас это есть такой стиль, действительно. Да, зеркала. Шубки, знаешь? Так. Ну, это уже совсем маленький такой бедрум. Голенький, ничем. Никакого стейджинга у нас тут нет. Вот только там игрушечки лежат. Ну, мысль в том, что это для ребенка, может быть, маленького, хорошо. Вот окна. И там все это смотрит во двор красиво. Так. Идем дальше. Так, теперь в эту сторону. Ага. Кофе в постель, понимаешь? Значит, вот у них тут постель. Вообще-то мы здесь были, правда? Да, мы здесь были. Не заметил. Не обратил внимания, бывает. Идем дальше. Идем дальше. Все посмотрели, не все. Нет. Вот тут мы еще не были. Это у них такая тоже детская игровая комнатка с окошечком. Вот потолок, всюду такие потолки. Тоже без всякой двери. Значит, у них полочки там. Такие аскетичненько. Да, как Света сказала, дом имени IKEA. Ну да, это правда. Это половинка туалета. То есть, ну да, умывальничек с туалетом есть, а душа нет.
Вот так скромненько. Вот мы уже вернулись в исходную точку. Вы видите, друзья, магнитик такой, который нам дала Мири, этот Мири Бялик. Вот. Она говорит, у меня много русских клиентов, она очень оживилась, узнав, что мы вот оттуда. И мы обещали ей видео послать, ссылочку. Друзья, мы выяснили по ходу дела, что это не совсем Eichler. It's not exactly Eichler. So what is that? This is American housing guild. Okay. They built this house in 1963, uh-huh. and they did not put it's a slab. The floor is slab, uh-huh. but it has attic space, okay. and it has forced air. Uh-huh. And there are, you can put air condition. You can attach air condition, even though this unit has two air condition. So in Eichler in Eichler's you have embedded pipes, water pipes, yes. in the foundation, mm-hmm. and then it takes longer to heat and longer to cool. Mm-hmm. Okay, so that one is actually cooler than Eichler. It's nice, yeah, and it's okay. more insulated. Okay, thank you very much. Thank you.